Здравствуйте, в эфире очередной выпуск новостей УЗЭКС. Сегодня мы предлагаем вам обзор конъюнктуры биржевого рынка черного металлопроката с начала года. Совокупный объем продаж черного металлопроката за последние 10 месяцев текущего года составил почти 277 тысяч тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом доля арматуры в структуре рынка практически не изменилась и составила 73%, как мы видим на нашей диаграмме, что, конечно же, составляет львиную долю. Удельный вес уголка повысился с 15 до 17%, как мы видим на нашей диаграмме. И тройку лидеров у нас, конечно же, замыкает круг с долей в 4% на биржевом рынке УЗЭКС. Что касается квадрата и швеллера, они занимают по 2% на каждую из товарных групп. Рассмотрим лидирующие позиции отдельно, и в частности рынок арматуры. Структура продаж данного сегмента относительно прошлого года несколько изменилась. Этому способствовало увеличение объема продаж ряда марок арматуры, доля которых выросла относительно прошлого года. Сравнительно большую часть рынка заняли три марки арматуры, в том числе арматуры 12, 16 и 14 марок, как мы видим на нашей диаграмме. В частности, доля 12 марки составила 20% на биржевом рынке УЗЭКС, как мы видим на нашей диаграмме. 16 марки на сегодняшний день составляет 15%, и тройку лидеров у нас замыкает 14 марка с 13% на биржевом рынке УЗЭКС, как мы видим на нашей диаграмме. Что касается марок 25-35GS 12%, 20-я марка 8%, 10-я марка 9% и 22-я марка занимает 9% также на биржевом рынке УЗЭКС. Рассмотрим динамику цен на арматуру 12-35GS, который пользовался большим спросом в текущем году. И динамика цен данного товарного сегмента биржевого рынка демонстрирует сбалансированность спроса и предложения. В частности, с начала года по май на рынке сохранилась стабильность, и цены составили около 5,7 миллионов суммов. Это как раз-таки мы можем видеть в начале этого года. И абсолютная стабильность рынка сохранялась вплоть до апреля месяца на отметке 5,7 миллионов суммов. В июне, июле и августе цены снижаются до 5,3 миллионов суммов, как мы видим на нашей диаграмме. В сентябре-октябре цены находятся в диапазоне до 5,6-5,4 миллионов суммов за тонну, как мы видим на нашей диаграмме. Итак, перейдем к следующей диаграмме на сегодня и далее рассмотрим второй по значимости рынок в сегменте черного металлопроката, и это у нас будет уголок. Их объем продаж относительно прошлого года вырос на 36%, это как раз таки мы можем видеть на нашей диаграмме, и в структуре реализованных товаров лидирующие позиции сохранили уголок 50-й марки, которая на сегодняшний день занимает 43%. 63-я марка занимает у нас вторую позицию с 37% на биржевом рынке УЗЭКС, и тройку лидеров у нас замыкает, как мы видим, 75-я марка с 9% на биржевом рынке УЗЭКС. Что касается 40-й марки, 4% соответственно. Что касается динамики цен на уголок 63-й марки, то в целом в данном сегменте также наблюдается стабильность. С начала года по август цены снизились с максимальных 5,8 миллионов суммов за тонну, как мы видим на нашей диаграмме, до 5,3 миллионов суммов за тонну. И далее можно наблюдать абсолютную стабильность рынка, что в первую очередь, конечно же, вызвано стабильным выставлением со стороны заводов-производителей, что положительно повлияло на стабильное формирование цен на биржевом рынке УЗЭКС. Далее нужно отметить, в сентябре-октябре рост восстановился, цены отмечены на уровне 5,7 до 5,6 миллионов суммов в октябре месяце. На этом мы завершаем наш обзор. Как будет развиваться следующая неделя, покажет время. Следите за биржевыми котировками на телеканале Yoshlar или на нашем сайте www.uzex.us. До свидания.